Привет, друзья, меня зовут Александр Луценко, рубрика «Товарная пятерка». Сегодняшняя тема – это 5 секретов от бана в Фейсбуке и Инстаграме. Не забудьте поставить лайк этому видео и будьте подписанным на мой канал. Сегодня поговорим о самой наболевшей теме, не зря я весь в черном, это баны в рекламе Facebook и Instagram. В последнее время Facebook ужесточил правила и свои алгоритмы. Сейчас робот Facebook частенько банит даже те товары, которые раньше были белые и легко продавались через одностраничники. Поддержка говорит чаще всего свои догадки, почему забанили, что лендинг не такой, или товар с AliExpress, или мы для большого бизнеса, или мы для интернет-магазинов, только крупных. Но банится и качественный товар, и дорогой, и свой бренд даже банится. Официальных правил нет, что нельзя продавать товары через лендинги или через интернет-магазины. Возникает же вопрос, что же, блин, происходит? Сегодня я собрал 5 важных ошибок, которые часто вы допускаете в рекламе Facebook и Instagram, за что прилетает бан. Готовы? Поехали! Первая ошибка – это много действий в начале запуска рекламы. Когда запускаете в первый день рекламу, то начинайте с одной группы объявлений на бюджет 5-20 долларов и через день-два дальше только увеличите бюджет. Это относится больше, конечно, к новым аккаунтам, если вы запускаете рекламу с только что созданного бизнес-менеджера и рекламного аккаунта. Если уже у вас трастовый аккаунт, ему там 1-2-3 года, то, как правило, таких проблем нет и вас не банят. Поделюсь еще фишками, это очень важно. Сейчас лучше крутить один рекламный аккаунт и один товар. Можно еще подтвердить и лендинг, и кампанию для трастовости. Но, ребят, это не панацея, за это тоже банят. Когда запускаете рекламу, показывайте, что вы новичок, нуб. Поэтому делайте все медленно. Вторая ошибка – это разные гео входа и оплат. Не используйте вообще VPN, если вы сегодня зашли с Киева, а завтра с Таиланда, потому что вы путешествуете. Для нового аккаунта это будет просто плачевно, вас могут забанить. Используйте прокси страны, на которую крутится реклама. Если Россия, то прокси русские. Если Украина, то прокси украинские. Лучше всего, кстати, работают мобильные прокси. Третья ошибка – использование забаненных лендингов и креативов. Не используйте домены CPA-сетей, потому что они могли быть уже забанены ранее у какого-то арбитражника. Бывает такое, что ваш домен уже не пропускает рекламу в Facebook, поэтому его нужно поменять. Точно так же и с лендингом. Часто идет бан именно за лендинг. Возможно, такой уже банится. Поэтому посмотрите, не нарушает ли он какие-то правила Фейсбука и переделайте его. По поводу креативов. Фейсбук считывает одинаковые креативы. Если креатив был забанен, то на следующем аккаунте, например, у нас такое было, Фейсбук уже не дает запустить этот креатив. Поэтому нужно переделывать. Вывод. Делайте свои креативы. Как их делать, мы разбираем на марафоне. Четвертая ошибка – это незнание правил Фейсбука. Нельзя продавать запрещенные товары, например, копии брендов, лекарства, казино, оружие, микрокредиты, сетевой маркетинг, товары для взрослых и так далее. Остальной перечень с правилами я рекомендую обязательно посмотреть в справке Фейсбука перед запуском любой вашей рекламы. Нельзя упоминать о личных данных пользователя. Например, ты женщина, тебе 25, ты мусульманин. Также бан можно получить за ложную информацию, например, зарегистрируйся и получи 1 000 000. Поэтому знайте правила и не попадайте в бан. Пятая ошибка – это продажа трэша и жалобы на этот товар. Когда людям не нравится ваша реклама, они могут пожаловаться на ваше объявление. Если будет очень много жалоб, Facebook останавливает вашу рекламу, а ваша бизнес-страница вообще может уйти в бан, и вам не разрешат крутить с нее рекламу. Нужно написать потом в поддержку. Было такое у нас, что просто Facebook удалил вообще нам бизнес-страницу. По поводу плохих комментариев в рекламе. Не удаляйте все комментарии, потому что это видит Facebook и становится для него подозрительным, что вы все удаляете. Отвечайте на них, некоторые можете скрыть. Чтобы было меньше плохих комментариев, продавайте более качественный товар, а не трэш. Если вас все-таки забанили, всегда пишите в поддержку Фейсбука. Часто это бывает по ошибке, сработал алгоритм Фейсбука, и он посчитал ваши действия подозрительными. Поэтому всегда пишите, и вас могут разбанить, если вы, конечно, ничего не нарушали. Если вам понравилось это видео, то обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. А те ребята, которые хотят начать свой товарный бизнес и зарабатывать от 1000 долларов в месяц, продавая товары в интернете, под этим видео будет ссылочка на 7-дневный марафон, почти бесплатный. Регистрируйтесь и зарабатывайте. Жду вас там. Друзья, с вами был Александр Луценко, рубрика «Товарная пятерка». Мы сегодня разобрали 5 секретов
от бана в рекламе в Facebook и Instagram. Мы разобрали ошибки, которые вы не должны совершать. Напишите, пожалуйста, в комментариях плюсик, если вы хоть когда-то попадали в бан. И реально для вас эта информация актуальна. Также поставьте лайк этому видео и будьте подписаны на мой канал. До следующих видео.